Австралийской овчарке по кличке Юшин всего 8 месяцев. Характер формируется, командам уже с успехом обучается. А с недавних пор хозяева Юшина могут выгуливать и дрессировать собаку на специально оборудованной площадке, расположенной в микрорайоне Богородский. Новость о том, что такое место появилось рядом с домом, очень обрадовала местных заводчиков. Я эту площадку ждала очень долго. Также писала вот нашему Жукову, чтобы ее сделали. И в итоге построили такую, на самом деле, замечательную площадку. Мы такого не ожидали. Мы просили хотя бы просто загороженную территорию. Вот. А здесь так много снарядов. Эта площадка, ну, на самом деле, это победа. Вот. И огромное спасибо главе городского округа Щелково Андрею Алексеевичу Булгакову, что услышал. Такого объекта просто в Щелково нет. Да? То есть, ну, в парке есть еще площадка, но это более современная. Для тех, у кого есть собаки, для них это очень важно, чтобы собаку тренировать. Территория 750 квадратных метров, огорожена забором. Здесь установлены различные элементы для дрессировки животных и игр с ними. Важно отметить и удобное место расположения площадки. Находится она в Богородском, однако прийти и погулять со своим питомцем могут жители соседнего Финского, а также Щелково 7. Все находится в пешей доступности сразу для трех крупных микрорайонов города. Приходим мы каждый день, можем даже два раза в день. Ну, нравится ему проходить очень эти препятствия. Он их любит больше, чем обычные команды. Боремся вот со страхом высоты. А как с другими питомцами, когда вот их много, как вот здесь? А это, наоборот, очень хорошо, потому что помогает настроить контакт с вашим питомцем, и он, не обращая внимания на остальных, подходит к вам. Площадка пользуется популярностью, особенно в утренние и вечерние часы. Однако даже в обеденное время место не пустует. Хозяева и их питомцы с удовольствием проводят здесь время. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.